Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы посмотрим с вами новую игру, которая называется Cherula Soccer Pro Edition. Итак, мы тут что можем делать? Товарищеский матч, турниры, потом устраивать какие-то чемпионаты между разными системами. Потом карьера у нас есть, турнирные партии, магазин. И, кстати, если посмотреть сверху, то доступен режим Remote Play Together. Значит, можно пригласить друзей порубиться со мной. Так, ну давайте просто товарищеский матч. Так, начало, команда. Какие у нас тут команды есть? Аргентина, смена команды. Окей, следующее. Кубок Европы, Кубок мира. Так, ну-ка, Кубок мира. Какие же у нас тут страны есть? Меня интересует, а добавили ли нашу страну сюда? Или ее выпилили? Просто, блин, как-то будет тогда не очень красиво. Ну, П, К, Россия. Есть все, ребят, играю Россией. Так, смена команды. Все, отлично. Команда 2 против Америки. Да, в принципе, классический мяч, стадион, время дня, время настройки сложности. Начинаем. Нажмите так. Стрелять, пас, подкат, рывок, смена. Так, ну я на... Блин, вратарь. Вроде классическое управление, но я так давно не играл в симулятор футбольный, что вообще даже... сейчас, наверное, и не смогу выиграть. Надо будет сейчас пока что к управлению привыкнуть. Запомнить, что куда. Ага, у нас тут вот такие вот персонажи прикольные сделанные. Окей, давайте смотреть. Ну, Артём. О, так. Так, я как... А, это что, это что за фигня? Брэндон. Штрафный удар, охренели совсем. Так, и кому бы мне паснуть-то? Ай ты. Опа, ай. Ты. Ай ты, блин. Эй. Аккуратнее. Аккуратнее вы что творите? Так, рывок. Да как ты? Ага, не получилось. Опа, есть. Так, и рывок. Рывок. Отдаю пас. Да, блин. Опа, есть. И рывок. Так, парни, навешиваю. Да, я же навешиваю. Или это не навес? Да как вы так отнимаете-то? Не понял я прикола. Да, блин. Короче, удар у нас непонятно. На непонятной кнопке. Так, и... Да как ты? Эй. Так, да, что ты будешь делать-то? Так, мне главное, чтобы они не забили. Да, блин, что ж такое-то? Не получается мне забить американцам. Опачки, а у меня открыты все. И чего? И мне забили. Это что за нафиг, Тимати? Вот гаденыш. Ладно, ребят, давайте пробуем еще раз. Они что-то прям как-то бегают. Эй, ты куда ты? Ну? Эй, ну это желтая карточка сразу, да. Так, а как мне навешивать-то? Бах! Ты как? Да блин! Эй, вратарь! Так. Так, у меня какое-то имя вратаря странное, даже таких не знаю. Опа! И... Да... Ай, блин!
Слушайте, у меня такое ощущение, что я сейчас американцам-то проиграю. Да как? Да я вас не вижу даже. Да как вы отнимаете-то так? Да что ж такое-то? Да, так и... Да. Ай, блин. Не, у меня удары что-то не проходят вообще. Да. Так вот, ну, и что ты... Вот ты... Вот у меня рядом стоит дебил. Он просто от меня не отбегает. А, да, тут проблема заключается в том, что тут... Напарники просто бестолковые. И чё, штрафной, что ли? Да охренели, мне сейчас второй гол забьют. Вот это... Ох ты, ну ладно, хотя бы угловой. Так, закрываем. Какого хрена-то тут... Ой, вы видели, что они творят? Просто выносят меня. Ну, да, это позорище. Но я могу сказать, что у меня персонажи бестолковые, они не бегут наперед. То есть, тупо... И... Да вы что творите-то, идиоты? Ну как так-то? Слушайте, ну, блин, я так вообще очень давно уже не проигрывал. Первый тайм закончен. Зашибись. 2-0. Америкосы меня делают. Это чё такое? Сколько симуляторов играл, ну так позорно я еще не просирал. Причем на самом легком уровне сложности. Эй! Ну бегите вы наперед! Ну что вы творите-то? Я не пойму. Вот почему он рядом стоит? Он тупо стоит рядом, мой игрок. Почему он не бежит дальше? То есть мне... Да, да что вы творите? Вратарь! Да... Гильермо у меня еще. Вратарь, понятно. И мне дать-то некому мяч. И? А чё я встал? Это дебилизм, слушайте, нет. А управление, конечно, тут прям... Я скажу мое почтение. Да... Вы чё? Да, да что вы творите-то, я не пойму. Вы идиоты. Вот... Просто... Слушайте, тут, походу, что-то с управлением команды. Они тупо не бегут никуда. То есть я... Мне надо дать пас вперед, а впереди никого нету. Они тупо все рядом стоят. И... Да как ты? Блин, ну у меня был шанс. Но сейчас у меня был крутой шанс. Да иди твою налево-то. Был у меня, был шанс. Да, да беги ты! Ну, у дебилы что ли? Ну выбей ты! Ну, вообще они не хотят играть. Вообще просто не хотят играть. Нахрен мне этот штрафной, я не хочу его бить. Мне некому давать пас. Мне просто тупо некому давать пас. Ну, хотя бы гол престижа-то дайте забить, уроды. У меня еще... Они просто еще останавливаются. Есть. Хотя бы один я заберу. Гол престижа уже есть. Отлично.
Нет, они просто тупо стоят, то есть тут только самому играть. То есть других вариантов... И он у меня встает. Да дальше ты, да беги, идиот, а кусок. И чё ты вот рядом стоишь? Да вы посмотрите, что они творят, а? Они просто деревянные. Да. Они просто деревянные. Я не понимаю, почему так? Да. Как ты потерял мяч-то? Да кто-то как-то... Да и чё? Вот вы видите, что происходит? Да я ударить даже тупо не могу. Просто тупо не могу ударить. Они не отнимают мяч нормально. Попал-то, ну... Мне нужно сейчас всего один гол забить. Да и... Ой, блин, это пипец сложно. Так... Ну и все. Сейчас мне еще третий. Захреначьте только. Ну, блин, это уже удар просто отчаяния был. А мне некому тут отдать. Да, да отними ты ударь. Вообще никто не может. Все. Это пипец. Это такое всратое управление. Очень хреновое. Так. Тип матча. Товарищеские стороны. Классический шар. Время дня, погода, время матча, настройки... Подождите, настройки сложности. Настройки режима... Вот. Так, отрегулировать. Помощь, пас. А, нет, подождите, все стоит. Беги. Типа я запрещаю? Они же не бегут ни хрена. Если я все отключу. То есть вообще... Нет, подождите, но все включено. Нет, или это выключено? Вот как тут понять? Это типа сейчас все выключено или все включено? Че, реванш, что ли? Давайте-ка еще реванш. Сейчас, походу, будет еще хуже. Блин. Ну просто игроки не бегут ни на мяч, ни хрена не хотят делать. То есть они вперед не забегают. Во! Да ладно! Вы побежали вперед? Блин, нифига себе! То есть я вот так сейчас прям сразу сделал. То есть надо было всего лишь галочки убрать, типа. Да что ты будешь делать-то? Два удара, блин, одинаково. А то как? Ути. Эй! Давайте, наперед. Отличненько. Ай ты, блин. Да отнимайте вы! Ой, они еще тут. И тут тоже, да, бестолковые. Идиот, ну ты же подойти к мячу ты можешь. Ой. Это просто финиш. Да. Да подойдите вы к нему. Это просто дебилизм. Слушайте, даже с полной помощью. Короче, красную медаль, зашибись. Ошибись, мне еще красная карточка. Ну, не, ну с одной стороны понятно, конечно, я, блин, по ногам сзади шарахнул.
И что-то хочу еще. Вот это было опасненько. Давай, погнали, погнали. Ай, давай. Вот это дебилизм. Вот это прям просто. Куда ты? Ой, тормоз. Короче, тут прикол в том, что игрок бежит, а потом хренак и просто тупо останавливается. То есть как-то работает, я не пойму. Да, вот и я жму, и он все, он дальше, то есть он если пробежал мимо, то есть все, типа я дальше не пойду. И это очень хреново сделано. Визуально, ну прикольно, блин, я как-то полгода назад уже вам показывал футбол, то есть прям очень прикольно сделанный. Он даже по стилистике визуально был более-менее похож, даже может чуточку похуже, но там все шикарно было. Там и управление, и удары, и пасы, и вся команда работала нормально. А тут сборище дебилов, они никуда не бегут. Один не бежит, второй просто останавливается. Чего вы творите? Да как ты отнимаешь-то? Да чего вы же творите? Да... Все, пенальти, зашибись еще. Нет. Это просто убогий симулятор. Визуально прикольный, классный. Как исполнение. Параша полная. Ужасное, отвратительное управление. И тут есть еще вариант играть на клавиатуре. Я на геймпаде ни хрена не могу, хотя я в FIFA очень хорошо играл. Давно, конечно, это было, но, блин. А, тут, то есть еще... Ой, блин, тут еще даже, представляете, нету броска наперед. То есть, он тут просто как удар. То есть тут либо удар, либо удар. Зашибись. Ой, блин, ребята, короче... Я не знаю, по какой причине вы сделали так хреново. Да в смысле? То есть я вот подбежал, уже у меня удар был. И я даже его произвести не могу. Тупо. И вот... Ну, то есть вы смешные. То есть... Я отнимаю мяч... И все убегают. То есть мне некому даже тупо пас отдать. Ой, вот это серьезно было. Не, ребят, это очень плохо. Да. То есть тупо игроки бьют прямо. Деревянный футбол, просто деревянный. Тут ничего сделать. Я просто жму на кнопки, как только можно. Ну, такое ощущение, что меня просто игроки моей команды игнорят. Чё за нафиг? Опять 2-0. И, походу, либо я сейчас проиграю еще хуже. И вот, смотрите, они все стоят тупо. Я ж в другую сторону направляю. Ну почему так все плохо? Почему такое всратое управление? Да ну подайте, ну вы дебилы что ли? Ну да куда мне? Ну кому мне пас давать, идиоты? Ну я же не могу никому дать, вас нету никого. Почему так все всрато? Все, и побежал. Да что ты делаешь, урод? Я не могу, мне больно в это играть. Мне просто тупо больно в это играть. Но у меня игроки ничего не могут сделать. Они просто хреначат, куда попало. Я жму в одну сторону, они долбят в другую. Мне надо пас дать. Они не могут. Не могут получить мой пас, потому что они дебилы рядом стоят. Как?
как так? Ну, блин, ну вы выпускаете футбольный симулятор. Ну, ладно, тут он непрофессионально сделан. Ну, блин, ну сделайте его чуть-чуть покруче. Ну, вот, чтоб... Ну, блин, ну чтоб не так деревянно все было. Ну, почему так все плохо? Ну, это просто из 10 на единицу тут сделано. Ну, вот он стоит. Вот он тупо стоит. То есть, он мяч получил у меня. И все, я не могу. Я жму вперед, а он встал. То есть, он тупо перестает бежать. Как это работает? Объясните мне. Почему? Это просто идиотизм. Ну... сейчас опять будет так же. 2-1. Ну просто, ну реально, идиотизм. Я не понимаю, это легкий уровень сложности, а как играть хотя бы на среднем? Там уже физически, наверное, нереально это будет делать. Вы посмотрите, что они творят. Фига себе, они ножницы там делают, блин, моих ворот. Ну сейчас меня опять захреначат. Потому что я даже ничего не могу тут сделать. Ну ладно, хотя бы вратарь что-то смог сделать. И все. А, и мои даже отнять не можно. Да? Вот. Ну беги! Да идиот! Не, ну это все очень плохо. И вот у меня все стоят. У меня все стоят. Вратарь! Уйдаун, да что ж ты, тварь такая, идиоты, команда идиотов, у нас в принципе в нашей сборной хреново играют, но это просто дикий позор, это просто дикий позор, я не понимаю, почему так всрато сделано, я, блин, это весь матч могу говорить, вы посмотрите, что происходит, то есть... Вот, ну как, я тебе отдаю пас. Я отдаю ему пас. Да я ж тебе отдаю. Ты мне некому отдать. Да, а не друг. Вот смотрите, что происходит. То есть... Да... От них как от деревянных, как сказали. О, и смотрите, гол. Нет, странно вообще. Просто пипец. Давай уже выбивай на максимум, насколько это возможно. Да ну, ой. Как так пролетел-то? Хотя толку-то от этого ни хрена нет. Потому что мои отдают пас другим. Как это происходит? Вообще непонятно. Вот. И встал, он и встал, дебил. Ай, блин. Ну, слушайте, тут только, мне кажется, можно подкатами. Ух ты, нифиг. Ой, мне рожу разбили. Мне рожу разбили о футбол. Ой, о футбол, а мячик. Куда ты? Ты дурачок, что ли? Ты куда вышел? Ты в руки берет мяч. Прям почти за линией. Ох ты. Поймал, молодец. Короче, меня унизили, блин. В этом симуляторе вообще жестко. Да как тут? Ну я не могу, он отдает пас просто, даже не моему игроку. Это что за нахрен? Нет, визуально симулятор крутой, куча режимов, вся фигня. Но всратое просто управление командами, своим составом, они ничего не могут сделать. Они тупые просто до ужаса. То есть за всякие режимы, магазин, что тут есть? Давайте посмотрим. Стадионы, шкуры. Как нахрен это все нужно? Вот нахрена, для кого это? Для кого это сделано, если в эту парашу играть нельзя? Это красивая обертка конфеты, а внутри просто кусок дерьма. Блин, ну, смотрите, ну, реализовали же круто. Кучу скинишков всяких сделали.
Главные уборы, да, тут бакенбарды, смотрите, прически всякие, головы прикольные, да хренища всего. Мячики. Ладно, мячики не настолько это интересно, но есть, да, тут какие-то вообще почему-то все для девочек какие-то мячи. Иконки флагов и... Ну нахрена? Ну ладно, допустим, это тоже есть. И стадионы еще можно купить. Не так уж много. Вот, короче, ну, куча всего реализовано. Но почему вы не довели до ума управление командой? Ну, это невозможно играть, управлять. Игрок тупо останавливается, когда захочет. Я даже не знаю, по какой причине он останавливается. Просто непонятно. Как тут турнир проходить? Если вам вообще... Ой, все. Короче, у меня прям эта игра, блин, испортила настроение, блин, визуально и все остальное на десятку. Управление командой прям единица кол в сратое управление, которое просто портит всю игру, ребят. Попробуйте сами, если хотите. И скажите свое мнение. Может, я не прав, может, я не умею играть, хотя я в симуляторы футбольные очень много лет играл. Уж поверьте, знаю, как что делать, но тут просто невозможно. Неуправляемые игроки. Все. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.